Добрый день, с вами я, Светлана, мой канал «Огранка души». Это познавательно-развлекательный канал, где я вам даю частичку совета для того, чтобы осознать, принять и что-то изменить, и принимать решение будете вы сами. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментарии пишем, делимся эфиром, жмем на колокольчик. Расклад будет на одну позицию, с кем связанит, буду очень рада. Для каждого нужен индивидуальный расклад, это общий. Судьбоносные перемены на октябрь месяц, что же нам несет? Сейчас мы посмотрим. Именно давайте посмотрим. Тему выбирать не будем. Что нам расскажет Вселенная? С потока возьмем. Одно хочу сказать, мои девочки. Я так же, как и вы, мы все проходим в этой жизни, да, какие-то испытания. У каждого из нас есть взлеты и падения. Но это не значит, что мы должны опустить рукава и ничего не делать. Если надо что-то в этой жизни менять. Менять обязательно надо. Всегда есть выбор осознанный. И это очень важно. И в отношениях, и в жизни. Научиться правильно проговаривать. Про себя. Не рассказывайте никому о своих планах, проектах, потому что есть люди, которые всегда завидуют. Вы про себя проговаривайте. Да? Я... Магнит для счастья, любви, здоровья, финансового потока. Я руки изобилия. И я дочь Вселенной, и все блага Вселенной мои. Все, что есть у Вселенной, есть у меня. И неважно, кто, мужчина или женщина. Не позволяйте заземлять себя, ущемлять себя в правах. Так, посмотрим. Поток Вселенной. Что нам приготовил октябрь? С чем ты будешь связан? Если ты пришел ко мне, тогда ставь стульчик, присаживайся и слушай. Наверное, это коснется именно тебя. Пришел император. Вот это да. Мужчина очень ответственный. Это генерал. Я так говорю. Да, генерал, мужчина, начальник, предводитель, властелин колец. У него есть свита, у него есть влияние, у него есть все. Вот кто пришел, это же надо. Сидит на троне, восседает, командует. Серьезный, грозный для кого-то. А для вас, скорее всего, будет самый любимый и желанный. Вы же понимаете, это карта, когда человек должен решать вопросы. Связаны со стабильностью, с ресурсностью, с планами, с проектами. Руководящее лицо, сильное лицо, значимое лицо, муж, руководитель. Человек, которому вы одели корону, да, у которого есть все права, борзды, правления. Да, я сам знаю, чего я хочу. Я хозяин своей жизни. Уверенный, сильный. Да, и чем он нам поведает? Давайте посмотрим. Ух ты! Действительно, планы, проекты, перспективы, говорит. У меня тут планы, и я их хочу построить надолго. Я тут засеял семена, хочу что-то их зарастить. Это человек по отношению к вам, говорит. Если это про отношения, то по отношению к вам. Что человек хочет что-то новое выстроить. Если это связано с бизнесом, значит, новый бизнес. Здесь со всеми. Это реализация плана проекта и надолго. Когда заращиваются, сеются семена, заращиваются и надолго. Вот это да! Вот это сюрприз. Сам пришел, сам захотел. А кого будет касаться это? Говорит, какого-то разрушения. Кого? Какое-то разрушение власти, событий. Говорит, я тут столько такую школу жизни прошел. Говорит, я тут от кончиков пальчиков до кончиков волос тут все пересмотрел, перестроил. Я занялся собой, я себя тут зарастил, воспитал. Это действительно человек, который, может быть, вышел уже из руководящей. Человек, который, может, очень сильно болел, проходил какую-то школу жизни.
Он говорит, он проходил школу жизни. Человек, который мог быть, прошел в той ситуации, может, в горячих точках был, в той ситуации, в которой находился, мог быть израненным, говорю сразу. Потому что здесь вероятность того, что могли быть операции. Человек, который из кругов ада выходил. И это он завершил. Он говорит, я этот путь уже завершил. И я теперь на вершине. У меня новая жизнь, новое начало, новая семья. Здесь все, что угодно. Человек, который оставляет все ради чего-то нового. И это, говорит, уже завершил. Я разрушил все, и я это завершил. Это конец всем моим испытаниям, моей жизни. Ух ты! Вот это... Вот это да. Вот прошел человек. Показаны сплошные мечи. Я, говорит, это оставил. Я все же, все мосты сжег. Здесь и с болезнями связано, и с делами, и с отношениями, и, скорее всего, и с бизнеса. Знаете, значит, когда человек может разрушить все, оставить все ради вас, ради чего-то нового. Вот это сила. Это ж как надо было упасть, чтобы так подняться. Я мужик, говорит, и я ничего не боюсь. Я же мужик. Я действительно умер для того, чтобы вырасти. Вырасти. И теперь я хочу семьи. Ух ты, ждите предложение руки и сердца. Здесь предложение руки и сердца. Человек, который все оставил в этой жизни. Говорит, все прошлое у меня давно умерло. Я теперь снова возрождаюсь. Это показано рост финансового потока, рост бизнеса, рост карьеры, построение семьи, финансов, говорит. Я долго, 2 года, скорее всего, показано, пытался балансировать. Это, скорее всего, может быть, как второй брак. Человек, кого-то второй, кого-то третий. Человек растет финансово, на него все обращают внимание. О нем говорят, что человек прошел такую школу жизни, да, где надо упасть, умереть и возродиться. Вот на него все смотрят, на него все равняются. Особенно родственники показано. Просто гордятся этим человеком. Просто сила. Говорит, я столько трудился, столько вложился, я сомневался. Меня вгоняли в луну, меня обманывали. А я и шел. И столько раз, говорит, я и шел, я поднимался. Столько было условностей. Такое чувство, что человек много раз оставлял места, бизнес, работу для того, чтобы выйти в стабильность и ресурсность. Вот это сила, вот это мужчина, вот это подарок судьбы. Девочки, не упустите такого мужчину. А покажите женщину, ради какой женщины этот мужчина выйдет, ради которой чувствует себя счастливым, уверенным, в которой ситуация может пока не развиваться. Женщина уверена, сильная, пентаклевая. Женщина, скорее всего, на расстоянии. На расстоянии она. Он видит ее ресурсно, он видит ее стабильно, но пока отношения их не развиваются. Но она для него радость, она для него весь мир. Скорее всего, расстояние. Он понимает, что она уверенная, она наполненная, она стабильная. Здесь расстояние показано. Женщина, для которой весь мир. Говорит, она умеет защищаться, она умеет жить. Говорит, у нее своя семья, я-то понимаю. Она в своей семье. Но здесь идет переломный момент, и это пара. Пара, человек приедет к вам. Знаете, человек уже в раздумьях, и он к вам едет. Скачет на коне. Он думает, как это сделать. Вот это ж да. Говорит, я буду трудиться, я буду влаживать, ты для меня самая любимая. Ты мои планы, он говорит. Я буду заботиться о тебе, буду трудиться ради тебя. Ты мои планы. Ты все то, что у меня есть сейчас в этой жизни. Ты моя победа, я хочу с тобой строить отношения. У меня сила, энергия появляется, говорит, и я теперь на коне из-за тебя. Я хочу с тобой партнерские отношения, это будет обоюдно. Представляете, вы, наверное, человеку дали какую-то силу, какую-то энергию. Вы его в чем-то поддержали. Говорит, он был связан по рукам и ногам. И вы то же самое. Находился в состоянии одиночества, точно как вы. Но здесь идет распутывание ситуации. Словно пришло время сбора урожая. Здесь дорога, переезд.
мои хорошие, вы любимая желанная, он едет к своей любимой женщине. Он боится, что думает, может быть, что вас может окружают мужчины. Он разруливает какую-то ситуацию, и он к вам едет. А когда это будет? Как скоро это будет? Давайте посмотрим, как скоро это будет. Тайна. Приедет тайна в течение 4 месяцев. 4 дней, 4 месяцев. Я бы так сказала. 4 числа октября месяца. Это фортуна, это шанс для кого-то. А кого-то в течение 4 дней, 4 недель. До конца года. А некоторых еще показано. Ну вот, до 4. Ох, как он переживает. Ох, как он переживает. Он говорит, в ней такая сила, в ней столько любви. Смотрите, в ней такая сила, в ней столько любви. Ради нее готов на все. Вы знаете, что человек тайно приедет? Тайно, тайно. Он говорит, я сделаю тебя своей императрицей, а вы будете сомневаться. А он скажет, нет, 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 ты мое солнышко. Даже не сомневайся. Все прошлое стало прошлое. Ты мое солнце. Ты моя семья, ты моя любовь. Здесь будет праздник. Вау, 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 вау. Человек едет. Говорит, вы можете быть, будете ему говорить, знаете, у меня ничего нет, финансового потока нет, внутреннее состояние у меня пустоты, я уже как бы ничего не хочу. А он говорит, нет, нет, ты моя звезда, ты даже не думай об этом, вот смотри, это планы, проекты, ты моя звездочка. И это очень быстро. 8 дней, 8 ночей для кого-то. Он едет женщине воздушного знака, сильной, статной, по справедливости. Знаете, это высшие силы. Говорит, ты этого заслужила. Здесь предложение руки и сердца. Будете плакать от счастья. Вы будете плакать от счастья, действительно. Это рок изобилия. Боже, как же вам будут завидовать ваши родственники. Боже, как же будут завидовать ваши родственники. Скажут, она еще, бляха, достойна любви. Представляете? Как же, смотрите, человек просто едет на коне, да, показано, с рогом изобилия. Вы будете плакать от счастья, да, потому что он разрушит все ваши болезненные ситуации. А родственники скажут, боже, она еще достойна любви, она еще смогла кого-то захомутать, а здесь, понимаете, любовь по дьяволу. В любви рождаются планы, проекты, здесь страсти, зависимости. Здесь такая будет зависть, не дай бог, конечно, завидовать ничему не надо, но здесь показана такая любовь, такая страсть, такой страстный человек, вы для него что-то новое, вы для него что-то новое, вы для него весь мир. Если вам надо будет уезжать, куда-то уезжайте, двигайтесь, потому что октябрь месяц для вас это что-то с чем-то. Мужчина зависим от вас. Вы для него сила. У вас сейчас такая сила, у вас такая энергия, она просто с вас прет, прет. Вы работаете, вы будете получать то, что заслуживаете. Деньги, деньги, деньги нарабатываете, и он, и вы. Здесь планы, действия. Он так любит вас со своей любовью, со всеми идет. Да, много брал воздушных замков, здесь показано, сложно было. Но это будет конец всему. Конец, смотрите, конец всему. Переломный момент в вашей жизни, да, и конец всему. Всем тяжелым обстоятельствам в вашей жизни конец всему. Всему конец. Это начало новой жизни. Вот что несет вам октябрь. Начало нового пути, нового цикла через мужчину. Мужчина, который ради вас готов на все. Вот это сюрприз. Здорово.